Арзамас можно смело назвать счастливым городом для Вадима Анохина. Здесь в ноябре 2016 года москвич стал обладателем Кубка России, и спустя 5 месяцев он снова на высшей ступени пьедестала. В этот раз уже чемпионата страны. Наверное, предыдущие 3 участника, которые выигрывали, тоже могут назвать этот город счастливым для тебя. Это Сафин Тимур, Инна Дереглазова, Татьяна Лугунова. Я просто поддержал эту традицию, мне хотелось выиграть, подтвердить, что я лидер в России. Я считаю, мне это удалось, причем удалось красиво, я надеюсь. В финальном поединке Анохин победил Дениса Сидорова, а бронза досталась Антону Глебко и Дмитрию Гусеву. Для последнего эта медаль особенно важна. Предыдущие все мои соревнования, Кубки России, Первенство России заканчивались деревянной медалью, 5-е место. А тут, наконец-таки, медаль, почувствовал кровь. Очень рад этому. 16 апреля пройдут командные соревнования в мужской и женской шпаге. Прямую трансляцию смотрите в 15:00 на Русфенсинг ТВ.